Я в Москве как купец третьей гильдии. Имея гильдию, он развивался дальше. У купца Марковина Пятницкая 1. Также считается центром Москвы, знаменитый дом. Да? Глазная поликлиника на Тверской. Мало кто знал, что он их содержал за свой счет. Что значит вредно пить? Чушь. В журнале «Здоровая жизнь» за 67 год один доцент, фамилию забыл, так и пишет: напивайтесь. Полезно. Ну, коньяк вообще полезная вещь. Что говорить? Он от простуды, от ревматизма сосуды расширяет, сужает любые. Коньяк всегда полезен. Но дорогой. Потому и дорогой, что очень полезный. Ну, а у кого сердце больное, тому коньяка не надо. Водку с перцем. Но только надо все это помешать поровну. Туда чуть-чуть крепленого. Две рюмки. Не больше. Лучше три. Ну, можно и четыре. Все это перемешать. Как дашь? Очнулся и не найдешь, где сердце. Вот пусть кто хочет, ищет, не найдет. Да это в журнале было, в «Науке быть» или еще в каком, ну не помню. Профессор один себя вылечил, детей подлечил. Все этим. Перец, водка, сухое, крепленое. Там и таблицы есть. Я не помню, в каком журнале. За прошлый год. Да подшивку можно взять. Только пишут, беременным женщинам нехорошо, нельзя. А без перца можно, состав тот же. В журнале «Вокруг мира» один профессор, значит, пишет. Суставам смазку дает 150 зубровки, 200 мицного, 250 олиготе, 3 семерки, 300 санцедару и ацетон. Ну, только капельку, чуть-чуть, так, для запаху. Забываешь, где суставы. А вот желудочно-гастритикам надо осторожнее быть. Им, ну, нельзя этого, ничего, ни олиготе, ни марочных. Для них гибельно. А спасает спирт с хреном. Но потом 2 часа ничего не есть. Только пивом запивать и терпеть. Профессор один пишет, только этим себя и поднял. А вот академик один, после инфаркта месяц лежал, пластом лежал, начали спиртом отпаивать. Через день встал, бегает он. Случай-то описан был, на Кавказе был, в горах он лежал. Ну как лежал, как безнадежный, после 3 стаканов сам с горы сбежал, внизу его родные все знали, внуки там, ну жена, ну все-все-все. Шутка ли, покойником был, ну хорошо, кто-то догадался самогона влить. Бегает академик-то. Сейчас он кандидатскую защищает. Это же знать все. Надо знать, что против чего. Ну, к примеру, брага. А она ведь хорошо почки прочищает. Сивуха дает печени. Проспел навсегда. Насквозь. А на мозг, пожалуйста, хорошо действует древесный ват. На спиртовый. Правда, надо подогревать. Водка, пиво, под конец корпоратива, под восточные мотивы, выполняем нормативы. Водка, пиво, под конец корпоратива, ты уходишь так красиво, было круто, всем спасибо. Уложила, нежно лавашом накрыла. Водка с соком помидорным, но не будь таким упорным. Просто покраснели глазки от 2 капелек табаски. Candy bar, a candy bar, a candy bar. Even now.
Жила-была одна семья, была счастлива она, но пришла к ним беда, и любимых развела. Той бедою был ты, а женой была я. Ты построил мечты и даже не спросил меня, зачем сюда ты пришел, зачем меня ты нашел. Не ждала я любви, не ждала, ты пойми, как сказать тебе уйти, как сказать, что нет любви, если в сердце кровь кипит, а душа моя болит. Муж мой вскоре все узнал и ничего мне не сказал. Взял свой нож и на коне он уехал в тишине. Я ждала его 3 дня, нет ни мужа, ни тебя. Что ж вы сделали с собой, что ж мне жить теперь одной? Хотел бы начать со стихов. Вынесем все, что в мечту свою страстную Русь воплотила согласно судьбе. Счастье, что жить в эту пору прекрасно, уж не придется ни мне, ни тебе. Если б водка была на одного, как чудесно бы было. Но всегда выпивать на троих, но всегда покурить на двоих. Что жена одного, на одного колыбель и могила. От утра и до утра раньше песни пели, как из нашего двора все поразлетелись навсегда, кто куда. На долгие года. Говорят, что жена на одного, спокон веку так было. Но бывает жена на двоих, но бывает она на троих. Что жена одного, на одного колыбель и могила. Что я пьян, да я сегодня пьяный. А ну налей бокал вина, такая жизнь поганая. Ты говоришь, что я пьян, да я сегодня пьяный. А ну налей бокал вина, такая жизнь поганая. Я водку пью, я чай курю, обсажусь, балдею. А мне всего 16 лет, а я уже сидею. Я водку пью, я план курю,
отсажусь, балдею, а мне всего 16 лет, а я уже сидею. Что сделала со мной, таким я дряхлым не стал. Девчонка дряхлой рукой косяк не забивала. Смотри, что сделала со мной, таким я дряхлым не стал. Я вот купил, я чах курю, отсажусь, балдею. А мне всего 16 лет, а я уже сидею. Я вот купил, я план курю, отсажусь, балдею. А мне всего 16 лет, а я уже сидею. А мне всего 16 лет, а я уже сидею. А мне всего 16 лет, а я уже сидею.